Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то у нас настал обзор на нового героя. Сейчас я вам покажу его в действии на максималке. Вот такая вот у нас сегодня сборочка будет. Берс 8-8. Почему? Вы сейчас увидите. 10-10 скилл. Грубая сила рунами. Ну и плюс Рудольфик. Правда, он у меня, как обычно, не прокачанный. Не дошел я еще до питомцев, пока качаю героев. 35 уровня. Плюс у нас будет необузданная ярость, которая увеличивает на 30% скорость атаки, также имеет 20% шанс застанет на 2 секунды, кулдаун 8 секунд. Эта чара подходит для тыковки в основном. Ну, раньше юзали, сейчас ставят пиромага, приспешника на архидемона. Вот такие вот у меня созвездия. Собрана на крит, находится в критовой фракции, то есть имеет иммун к стану, плюс еще от фракции имеет иммун к стану, увеличение. В общем, герой очень-очень неплохой получился. К сожалению, у нас убрали арты, то есть нельзя будет просто так протестировать, там как ты хочешь. Сейчас я поставлю героя в одной фракции, постараюсь расставить, чтобы у нас срабатывал страж. Тоже, кстати, надо будет собрать разные возможные пачки. Так, 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 тыковка. Вот, нормально. Что имеем мы по стадам? 210 тысяч жизни. Не так уж и много, но я думал, будет намного меньше. Я думал, будет как у Варлока. Оказалось чуть-чуть больше, насколько я помню. Атака 9400, скорость атаки 1 секунда, то есть скорость передвижения, ну, средненькая. Теперь разбираем самое основное. Это скилл, наносит 300% урона, снимает 18 энергии. Герой, если вы видели предыдущий обзор, бьет по прямой. И снимает, и дамажит. В общем, все по прямой. Также увеличивает скорость атаки, насколько я помню. И деф. Сейчас, чтобы быть точным, я вам скажу. Точное описание. Ну, герой, я вам скажу, очень-очень неплохой получился. IGG постарались, как и внешне, так и по умениям, как бы... И не перебор, и универсальность. Так, где там герои? Да, скорость атаки и уменьшение повреждений. В общем, что могу сказать? Герой очень кайфовый. Я пока не игрался много, но с того, что я уже увидел и где я бегал, блин, круто смотрится и во многих локациях будет использоваться. Почему именно я Берс поставил? Потому что он еще дополнительно увеличивает скорость атаки, кулдауна нет. То есть, чтобы вы смогли увидеть, сейчас я найду расстановочку попроще. Ну, тут стрелок у нас есть. Ну, ладно. Вот смотрите, что делается. Посмотрите просто только на этот урон. Черепу даже не успела дать. И бьет она по прямой. Ну вот, вот как-то так. Посмотрите на Анубиса. Вот тут нас сейчас тень снесет, скорее всего, да. Так и случилось. Но смотрите, что мы сделали. Это просто жесть, ребят. Не знаю, герой, блин, очень кайфовый. Единственный минус, конечно, жизнь. Если вы хотите увидеть в других сборочках, с вас, конечно же, лайки, коммент под видео, какой именно талантик вы хотите увидеть, я уже постараюсь собрать. Ну, посмотрите, она полкарты сносит своим умением, то есть, если ее собирать вот именно в такой вот комплектации на домах, ну, просто жесть. Что она делает, я даже не знаю. Конечно, ее там сносить будут. Все, просто соло разобрала их. Это при том, что она сейчас стоит, как бы, стоит такой талантик, который увеличивает скорость, да. Возможно, ее собрать на урон.
Возможно, поставить дефный вариант. Но я пока, честно говоря, не знаю. Я вот поставил Берс. Если поставить рунами утекания, она себя будет отхиливать. Ну, тут сейчас нас снесут, как обычно. Рунами будет отхил. И, в принципе, этого будет хватать при ее скорости атаки. Вполне. Правда, тут нет у меня еще топовых рун собранных на максималку. Это не основа. Но с того, что вы уже видите, это просто жесть. Что будет, если поставить ей атакующий? Да, она будет сливаться в любой сборке, потому что у нее жизни не очень много, и отражалка любая при ее скорости атаки, при ее скиллах, просто она себя сольет. Так, что я хотел? Я хотел магию добрать. Сейчас пойдем. Вот хочется сюда в арты зайти, блин, но нету артов уже. Это очень печально. Почему я вам засниму отдельный обзорчик. Так, что у нас по... Давайте еще разок покажу, что она делает в рейдах, ускорялки даже возьмем. Ну, посмотрите как. Просто забор выносится на ура. Ну, точно так же, как и герои. Посмотрите на атаку. Вот именно за счет этого импульс, ну просто жесть. Какой там герой, кто там Анубис остался только. Вот так вот, ребят. То есть тут Баба Зина, пулемет однозначно, блин, кайфовый герой для PvP локаций будет использоваться, думаю. Все зависит, конечно, от сборочки, но тут, как видите, такая сборочка нестандартная для моих, скажем так, героев. То есть я решил все-таки ее так прокачать. Вот посмотрите, повелитель бури просто отдыхает. Ну все, тут без вариков уже, конечно, но просто раз-два и все. Героя вашего нет. То есть в этом плане смотрится кайфово. Оттягивал, долго качал, потому что кгшек на китайке, как обычно, не хватает. Ну и уже даже на первой эволюции тестировал, герой очень-очень получился неплохой. Так, ну давайте вот так вот попробуем, раз, два, ее кинем сюда. Вот смотрите, обхранителя сразу. Моментально. То есть с отражалкой герой, даже такая сборка с Берсом, все, она улетает. Если будет атакующий талант, я даже не знаю, тоже будет улетать. Давайте попробуем тут. Возможно, сейчас на Фрейе. Вот так вот посмотрим, как она Фрейе будет убирать. Ну, не. Не катит. Вот так. Так, давайте сейчас покажу вам еще... То, что я увидел, скажем так, покажу на подземке. Вот подземочку покажу. Вы сейчас, честно говоря, тоже будете в шоке. Я был в шоке с того, что она делает в подземке. Однозначно на подземках за счет иммуна от стана и страха она будет тоже использоваться очень-очень часто. Вот посмотрите, сейчас я без магии, конечно, надо было магию взять. Посмотрите на драконов. Вот тыковка разогнала. И вот пошел пулемет. Посмотрите на это все. Ну что? Просто вау. Что я могу вам сказать? Вот два героя, тыква и все. И никакого там отхила, магии мы по сути не использовали. Но все, просто бешеный, не знаю. Напишите потом в комментах тоже урон. Но это просто жесть. Я таких героев, честно говоря, там, да, Анубисы кайфовые. Но это, блин, это просто как бы... И интересно, и действительно стоящий герой. И причем не атакующая там особо сборка собрана. На атаку там собрать, там вообще будет вылетать немерено. Так, давайте сейчас попробуем. Вот мне интересно было потестировать на более сложных. Пойдем на кошмарку. Давайте. Вот кошмарка 5-10 для начала. Попробуем на ней. Нет, у меня пропусков, все просрал. Попробуем с этой стороны. Раз, два. Бабу Зину.
Ну, тыковку вместе с ней выпускать, как видите, бессмысленно. Она просто тут все сносит. Посмотрите на этот урон. На дальность атаки посмотрите, что она делает. 56%. Сейчас придется нам в разные стороны их выпустить, потому что, как видите, немножко не айс. Давайте еще разок. Сейчас тыковку тут на черепе. Так, магию забыл. Постараюсь разогнать. А ее просто отдельно выпустим. Конечно, ее снесут без отхила, но ничего не поделаешь. Или можно их, в принципе, вдвоем. Давайте вот так вот. Пусть разгонятся на черепе. Вот посмотрите на нее. Где там она? Просто же. Что она делает? Это что-то нереальное. Вот посмотрите на урон. Она не дает им просто зарядиться и подойти. Жесть. Я в шоке. Не знаю, ребят, как вы, но я, честно говоря, в шоке с этого, что делает она. Ну, ее тут донесут. Ну, просто вау. Других слов нет. Да, вот так вот. То есть для подземок она с героями будет очень неплохо смотреться. Давайте Купидона. Это еще где-то мой кубчик. Купидон. Так, отсюда уберем. А пусть эти все, в принципе, будут. Уберем только этого Анубиса, чтобы он нам не мешал. Купидон, тыква. Отлично. Давайте там какую... Попробуем вот тут посмотреть, что у нас получится. На 7-10. Конечно, это не Анубис. Тут малышеники нам сейчас напортачат. Но попробуем просто зайти посмотреть, как она будет хотя бы дамажить здесь. Так, раз, два. Начиная с тыковки всех выпускаем. Единственное, что она будет не давать тыкве сейчас заряжаться. 29%. Все, бабузину у нас снесли. 30%. Ну, разносит жестко. То есть, единственный минус, как я вижу, уже для подземок, да, там на мелких левелах она будет помогать, но здесь вот дальше она тыкве не дает просто разгоняться, она все сносит. При такой скорости атаки просто unreal. Если Анубис бьет по героям, то она все-таки бьет по героям и по зданиям. То есть, это надо учитывать, но... На добивание, там, на прочее, блин, нефиг делать. Если правильно еще в линию поставить. Так, давайте еще разок. Вот так вот. Смотрите, что она делает. Но она просто выносит всех по прямой. Жесть. 46%. Как бы тут она в основном дамажит. Там ведьма фигня. Просто под разгоном. Как одержимый, фактически, ну, намного круче. То есть, это одержимый однозначно, но немножко универсальный. Давайте попробуем на арену забежим. Так, арена. Ой. Вот арена. Так. Создать команду. Вот такая вот бабуля, я не знаю. Мне она очень нравится. Не знаю, где я ее буду использовать. Но однозначно я ее буду использовать. Еще надо будет определиться с талантиком. То есть пишите, какие вы сборки хотите. Вот давайте нападем. Так, есть кто-то по прямой. Но мы сейчас тут, скорее всего, сорвемся. Фига себе. Смотрите, она просто хранителю не дала зарядиться. Практически остальных послевало. Ну, Фрей и остальные ей не дали просто разбежаться. Давайте этого посмотрим. Ну, тут получше. Тут у нас череп. Просто вау. Нет слов. Просто нет слов, ребят. Вы сами все видите. Смотрите, как она сейчас кристалл будет разбирать. Вот тут. Скорость атаки как решает. Я не знаю, есть ли смысл ей урон качать. Вот мне с Берсом она сейчас вообще просто зашла. Она автопрукер.
Как видите, она автопрокает. Все, 6 героев, до свидания. Жесть. Вот, короче, как-то так. Не знаю. Берс, как видите, походу еще одному герою. Помимо этой. Подходит. Вот, ну, убрала. Убилась об отражалку Асуры, кстати. Давайте еще этого посмотрим. Вот хранитель включился. Вот она сразу моментально убивается. То есть об отражалку, я так понял, ну, не, это любой герой будет убиваться. Тем более, если ее собрать на атаку, бессмысленно. Возможно, есть смысл чарами доспех еще поставить, посмотреть, потестить. Давайте потестируем в забытой. Как обычно, я пропускаю. Так. Давайте вот эту пачку. Все. Создам какую-то пачку. Давайте вот эту изменить. Поставим ее сзади. Спереди поставим. Давайте так. Купидон пусть будет. Тыква. Такие герои не особо атакующие. И хранитель. Вот такая вот сборка. Ради интереса посмотрим, что у нас получится сейчас. Если, конечно, не заблочат. А, я тут слабенький. Так, пулемет включился. Все. Просто жесть. Под бафами там просто они сразу вылетают все. Вот жалко, что не на эту пачку мы напали. Вот видите, как хранители активируются на забытой. 15 уровень. То есть тут тоже, возможно, надо будет собирать пачки. Но посмотрим, не знаю. Это, конечно, будет немножко коряво все выглядеть. Но подстраиваться, думаю. Опять же, наткнешься на... не того хранителя, и все. То есть в этом плане. Так, ну, бум-бум-бум. Ну, не знаю. Вы сами все видите, пишите уже в комментах. Ну, герой, блин, бездонатный, наконец-то бездонатный и очень интересный герой. Нестандартный, я бы так даже сказал. То есть герой очень, блин, такой своеобразный. Бабазина, короче, трешует. Блин, ну что, тут топов нету никаких. Давайте ее одну поставим сейчас. Правда, это глупая идея, но вот так вот сделаем. Видите, сразу показывает, как хранитель отображается. В общем, огонь, баба. Вот смотрите, джух-джух-джух-джух, все, всем спать. Никто даже не успел подбежать к ней. Настолько скорость атаки и настолько она их разбирает. Плюс забор энергии, самое основное. То есть она фигачит, она автопрокер. Быстрый заряд, быстрый набор. Ну, блин, очень круто смотрится. Только ее немножко зарядили. Вот, опять ее зарядили, все, она включилась. Единственное, видите, она бьет по прямой. То есть другие герои могут в это время ее снести. Ну, тут пофиг. Тут всех, всем до свидания. Всех сразу ложит. Я думаю, я уже следующие обзоры найду нормальные пачки. Вот. И тогда будет поинтереснее. Так, ну еще кто-то есть. Судя по всему, вторая эволюция. О, отлично. Отлично. Смотрите, что она делает. Просто Unreal. Вот остался один, одна тень хранителя, ну, блин, все, до свидания. Есть ее смысл сзади просто на второй план поставить, она там их просто убьет. Конечно, если не будет отражалки. Вот так вот. Вот такой вот, ребят, герой, блин, кайфовый. Я думаю, это очень интересная обнова. Есть плюсы и минусы, об этом я вам тоже расскажу. Что нас ожидает на русском сервере, какие проблемы, какие, возможно, новые новшества. Но, блин, герой действительно кайфовый, и его действительно стоит выбить и прокачать. Все, пишите комменты, бомбите. Всем удачи, всем пока.